Прикоты и удары по корпусу одним из важных факторов были сегодня. Это был геймплан или ты по ходу боя увидел это? Да, я по ходу боя увидел, что он хорошо защищает голову и нужно разбивать по этажам. И разговор перед боем был, что это два лучших боксера в дивизионе, и после 15 минут с ним как бы ты оценил его навыки? Ну, я дрался с одной ногой эти 15 минут. И, конечно же, он крепкий, хороший парень. Вот, ну, оказался мой бокс лучше. Изменил ли ты план на бой из-за травмы? Ну да, я хотел больше бить ногами по корпусу. Это не получилось. Пришлось включать бойцовское IQ и побеждать. Не часто в Америке арена поддерживает иностранца так. Заметил ли ты это и что ты думаешь по этому поводу? Да, мне было очень приятно. Это поддержка. Огромнейшее спасибо всем болельщикам, фанатам, кто меня поддерживал. Я думаю, что людям просто нравится стиль, и они поддерживают его. Также ты сказал, что сезон реванша открылся. Мираб, Шон О'Майли – это те соперники, которых ты хочешь, с кем бы ты хотел встретиться в первую очередь? Кого дадут? Я хочу побить этих ребят, подойти более ответственно. Great English, by the way. Who's teaching English? Thank you so much, thank you. Кто-то учитель. Мой учитель, my teacher is YouTube channel. Насколько серьезная травма на ноге у тебя? I'm 1 month, don't did sparring, don't did wrestling, I'm here, I'm very glad to my win. Ты еще молод, тебе 31 год, но думал ли ты, были у тебя мысли, что бы ты делал в случае поражения, как-то влияло ли это на твой геймплан сегодня? Нет, я не думал о поражении, я думал только о победе. Дай бог, что я победил. Интересно ли тебе подраться с победителем пары Коди Гарбен, Дэйсон Фигереда? Они дерутся через месяц на UFC 300. Не знаю, даже Коди Гарбен давно уже сбитый летчик, и я давно уже звал его подраться. Конечно же, он отказывался. Сейчас он мне не интересен. По поводу Фигереда, когда он перешел в 61 килограмм, я изъявил свое желание подраться с ним, но этого тоже не произошло. Поэтому теперь пусть выстраиваются в очередь они. Охота открыта за другими ребятами теперь. Какая твоя основная цель на этот год и сколько боев хотел бы ты провести? Моя цель хотелось бы... My goal in this year, I want minimum do 3 fights. And after we'll see what will be later. Thank you. Great English, by the way. Thank you so much. Thank you. That's it. Thank you so much, guys.